Ну что, смотрим сюда. Завелась у нас в городе такая вот погремушка. Причем как-то вот так, сколько вот я здесь езжу, каждый день вот она сюда вот ходит, как на работу. И в другом месте тоже бывает, сейчас вот что-то вроде трясет ради разнообразия с монетками вот этими. А так, это лежит просто в такой вот позе. И в такие моменты спрашиваешь себя, что же должно происходить вот у них в голове-то, да?